Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?». Добро пожаловать, Вальтер. Приветствую, Мартин. Похоже, у вас все хорошо. Наша тема такова, что мы должны быть в хорошем настроении. Да, это очень важная тема, о которой мы говорим. И это должна быть обнадеживающая тема, которая иногда может выглядеть так, как если бы мы были негативно настроены, но нет, мы не преследуем эту цель, напротив, мы хотим возвысить церковь. Что ж, давайте помолимся. Наш Отец Небесный, большое спасибо за еще одну дискуссию, которую мы имеем. Просим еще раз, пожалуйста, просвети наш разум, благослови обсуждение, и пусть Твои ангелы будут вокруг нас в этом важном вопросе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, мы продолжаем. Мы не сильны против истины, но сильны за истину. И цель всех этих усилий показать, что какими бы негативными ни были вещи, Бог все еще все контролирует. А другая цель — показать, даже если вы думаете, что в определенной области работы все не так, всегда есть что-то правильное в определенной области работы. И когда мы смотрим на это с нашей человеческой точки зрения, мы можем отчаиваться. Но если вы оглянетесь назад, то начнете понимать, что делает Бог, то вы поймете, что вы ничего не можете сделать против истины, вы можете сделать только для истины. Итак, даже если власть имущие вводят очень-очень негативные вещи, Господь разрешает это для повышения осведомленности и обсуждения проблемы и позволяет каждому человеку в этой сфере влияния принимать личное решение за или против. Это похоже на большое сито, которое применяется. Мартин, позволь мне сказать кое-что еще. Если вы хотите применить отличную подачу, и вы хотите представить вещи, которые вызовут, или, скажем, вы хотите разрешить введение определенных вопросов, которые вызовут споры и заставят людей задуматься, бесполезно представлять это кем-то, кто не имеет никакого влияния. Итак, очевидная цель для принесения негативных вещей всегда будет в высших эшелонах власти. Но это не делает всех руководителей недоброжелательными. Очень важно, это очень важный момент, потому что мы склонны категоризировать и демонизировать целую организацию из-за решения ряда людей. Как вы сказали в предыдущем видео, этот уровень в порядке, а на этом уровне что-то не так. Нет, на каждом уровне есть разные люди. Это церковь Бога, сверху донизу. И да, будет просеивание. И да, в Библии даже сказано, что Господь отрежет голову и хвост. Это не значит, что все головы будут отрезаны или отсечены. Но что многие идеи, которые внедрялись даже там, в главных рядах, будут отсечены. То же самое произошло во времена Иисуса, как мы говорили раньше. Не все были отсечены на самом деле. Сотни священников и руководителей вышли и приняли истину, и стояли за истину и праведность даже перед лицом противодействия, верно? Так будет и в конце. Итак, я надеюсь, что истории, которые я должен рассказать о своей личной жизни. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, это не то, о чем я обычно говорю. В интернете есть свидетельство моей жизни из 6 частей. Но я уверен, что мы могли бы сделать 6 или даже больше частей о том, что происходило за кулисами. Я просто хочу сказать, что это делается не из-за мести, а просто как предостережение. В том-то и дело. Многие люди на собственном опыте ощутили это. И когда это личное, тогда это пугает вас. Итак, это дает людям, у которых есть личный опыт, надежду.
И если вы возьмете кого-нибудь из библейских персонажей, те, которые стояли за истину, стояли за слово, стояли за свидетельство, им всегда дул ветер в лицо. И, как уже сказал Мартин Лютер, везде, где есть истинное христианство, оно выше по течению, оно никогда не будет ниже по течению. У нас было обетование от самого Иисуса. Посмотри, как они относились к Иеремии, посмотри, как они относились к Исаии, как они относились к любому из них. С очень немногими соглашались и их принимали. Большинству из них было очень тяжело. Итак, почему это должно быть по-другому? Итак, давайте снова начнем с чтения свидетельств. Никогда данная весть не была столь актуальна и применима с большей силой, как сегодня. Мир все более и более отвергает требования Божьи. Люди осмелели, нарушая закон Божий. Злодеяния жителей земли почти уже переполнили меру их нечестия. Земля уже почти достигла того предела, когда Бог позволяет губителю совершать над ней свою страшную работу. Замена Божьего закона человеческими законами, празднование на основании чисто человеческого авторитета воскресения вместо библейской субботы — это заключительное действие в драме нашего мира. Когда эта подмена субботы воскресением станет всемирной, тогда Бог по Своей силе явит Себя человечеству. Он восстанет в Своем величии, чтобы поколебать землю. Он выйдет из жилища своего, чтобы наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. В прошлом они всегда говорили «да», но где то, о чем вы всегда говорите, может случиться, верно? Когда это никогда не случится? Это заключительное действие в драме нашего мира. Почему? Потому что это заключительная атака на авторитет Божий. Потому что заповедь о субботе единственная заповедь, утверждающая власть законодателя, потому что Он Творец, и Он Твой Искупитель, и Он тот, кто имеет право поставить свою печать в свете своего титула как Создателя Вселенной на этот закон. Это закон власти. Ни один из других не содержит того авторитетного утверждения, того юридического аспекта, который делает закон обязательным. Итак, это будет последний, на кого он нападет. Это не значит, что в драме не будет других действий. Верно. На самом деле, это просто говорит нам, что будут другие действия в отношении авторитета закона. Особенно вопросы субботы. Когда вы выбираете между двумя, либо вы идете на это, либо нет. Ваша преданность тому, у кого власть, прекрасно проявляется. Еще одна вещь, которая очень важна. Мы также заявили в предыдущих обсуждениях, которые у нас были, когда вы смотрите на пророчество Даниила или на то место, где мерзость запустения оставит свой след, даже в той части, где ее быть не должно. Даже в самой церкви, верно? Итак, мы можем ожидать этого. Мы можем ожидать этого. Это не делает всю церковь отступившей. Но мы найдем элементы этого в церкви. В последнем обсуждении, которое у нас было, нашей первой из этой серии, мы особенно внимательно рассмотрели ситуацию эволюции и творения. Мы упомянули аспект вопрос о здоровье в определенной степени, что тоже было весьма проблематично, верно? Эта часть будет становиться все более и более заметной по мере того, как мы видим, как разворачиваются события в прошлом. О чем мы не говорили? Мы не говорили об этих других аспектах, о том, кто делает этот закон Божий недействительным и кто его соратники. Конечно, если он знает, есть враг, который собирается разоблачить его по этому поводу. Он приложит все усилия, чтобы противодействовать этому на уровне церкви. Верно? Это логическая стратегия.
Это должно идти изнутри. Верно, это война. И на каждой войне будут использовать эту стратегию. Вы даже будете бросать листовки на вражеской территории, чтобы внушить человеку на улице, пехотинцу, что вы знаете, как он должен думать и так далее. Итак, вы будете использовать радиоволны, средства массовой информации и все, что вы можете сделать, чтобы влиять разум на разум. Когда мы рассмотрели вопрос эволюции и творения, что было камнем преткновения, когда дело дошло до эволюции? В церкви было много эволюционистов. Их не должно быть там, они должны найти другую церковь, где они могут верить в то, что хотят. Я был эволюционистом, а в Библии сказано, что уже 6 дней Господь создал, что было очень трудно осмыслить. Но это основа субботы. И если вы принимаете субботу, вы принимаете 6-дневное творение. В противном случае вы отвергаете Библию. И если вы этого не хотите, не называйте себя адвентистом. Тогда иди и найди себе место, где ты можешь верить то, что хочешь верить, верно? Но затруднительной проблемой были временные рамки. Короткие временные рамки по сравнению с более длинными временными периодами. И даже из высших эшелонов руководства было нагло сказано, что когда дух пророчества ссылается на 6000 лет, то автор духа пророчества находился под влиянием версии Библии короля Иакова. Это невероятное утверждение. Кроме того, те же самые люди в этих эшелонах власти сказали: «Да, мы согласны с тем, что у нее было такое же вдохновение, что и у любого из других пророков, но не тот же авторитет». Это оксюморон. Если Бог говорит через кого-то и дает такое же вдохновение, тогда это вдохновение должно иметь что-то такой же авторитет, как и любое другое, верно? Так и должно быть, потому что в противном случае оно совершенно бесполезно, верно? Мы уже обсуждали это раньше, когда обсуждали правдивость духа пророчества. Это проблемы, которые должны поднять нашу антенну. Итак, в моей жизни мой фильтр — это Библия и дух пророчества. Это то, во что я верю. Мне не нужно верить во что-либо еще. Если есть что-то еще, вероучение, например, тогда это вероучение может быть принято только в том случае, если оно находится в гармонии с Библией и духом пророчества. То же самое с кем угодно. Что бы они вам ни говорили, независимо от того, насколько высокое у них положение в организации, если это не согласуется с Библией и духом пророчества, то лично для меня я отвергаю это. Только так я могу привести несколько примеров. Моя история в Европе не очень радужная. Мне пришлось ехать по очень ухабистым дорогам, и дебаты о творении эволюции были лишь одними из них. Но это все еще был незначительный рябь, когда дело дошло до вопроса о здоровом способе жизни. Это стало серьезной проблемой. Но когда дело дошло до духовных аспектов, тогда это превратилось в ядерную войну. Так оно и есть, верно? Очень рано в моей карьере евангелиста я не только говорил о науке, которая все еще была приемлемой в какой-то степени, не со всеми, но когда я начал говорить о религиозных аспектах, тогда оппозиция стала очень громкой. Если можно так сказать. Это очень интересная история. Почему я чувствовал себя обязанным пойти на такую дискуссию? Из-за моего прошлого. Я вышел из мира атеизма. Я был вовлечен в оккультизм. И через ассоциации, которые у меня были, я имел обоснованные знания о работе тайных обществ.
И я действительно был в храмах, где эти каналы передавали послания из потустороннего мира высокопоставленным чиновникам в спорте, в правительстве, в медицине. Это всегда интересно, это всегда эти три сферы – спорт, правительство, медицина. А затем за кулисами были вовлечены церкви. И когда я был на одном из таких каналов, канал для Африки, когда я был в одном доме, тогда стало очевидно, что связь с богословскими школами была очень сильной, что удивительно. Потому что какое отношение люциферианство имеет к богословским школам? Многие из тех, кто вырастает в этой церкви и в конечном итоге занимает руководящие должности, никогда не пробовали заниматься чем-либо подобным. Они даже не могут это понять. Для них это сказка. Верно? Но на самом деле это факт. Это факт. На самом деле у нас есть сотни утверждений об тайных обществах в духе пророчества. Они хотят сказать мне, что тайные общества не имеют ничего общего с нашей вестью, где она откровенно говорит, что если вы изучите тайные общества, то вы поймете, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Итак, как вам собрать их вместе? Итак, я начал с лекций, поскольку я вышел из Вавилона, из Вавилонского вина, потому что я должен был обдумать это. Что было не так с вавилонской доктриной? Что было не так с доктриной католицизма? И мы сделали ряд видео о доктрине змея, верно? Она очень неправильная, она вопиюще неправильная. Когда я начал читать лекции о вине Вавилона, и я принес все эти изображения, чтобы показать, что то, чему они учили на богословском уровне во многих институтах мира, было вавилонское вино. Одной из первых моих лекций на эту тему было вино Вавилона. А потом я начал говорить о тайных обществах. Это напугало людей. Они никогда не видели это под таким углом, и поэтому многие были расстроены. А затем, конечно, когда вы говорите о Вавилоне, вы должны идентифицировать Вавилон. Ты должен сказать, кто такой зверь. Какой смысл говорить «выйди из Вавилона», а не говорить человеку, что такое Вавилон? Это бессмысленно. Итак, «выйди из Вавилона». Вы должны определить Вавилон, вы должны сказать, кто такой зверь. Вы должны сказать, почему Вавилон и какое у него вино. А затем вы должны определить дракона, что является спиритизмом, что является верой в то, что Сатана сказал Еве в Эдемском саду. И это, согласно Писанию, ложь. Итак, вы должны разоблачить это, верно? Если вы увлекаетесь экуменическими отношениями, тогда становится очень неловко. Давайте будем откровенно говорить об этом. Скажем это явно. Наша церковь официально не должна быть связана с экуменическими отношениями. Это очень ясно сказано в духе пророчества. И все, что наоборот, происходит потому, что люди считают, что это может быть средством улучшения связей. Как бы то ни было, это не имеет значения. Но в прошлом Бог всегда говорил, что вы должны быть отделенным народом. Как вы сказали ранее, надо разоблачать и говорить людям, чтобы они выходили оттуда. Тогда как вы сами можете заходить туда? Верно, тогда у вас проблема. А затем большая движущая сила, огонь, который в вашей душе, который вы не можете погасить, это пойти и предупредить людей. Потому что зачем умирать? Если они могут понять, что они могут принять истину, они могут выйти из этих систем и принять истину. Какой бы это был потрясающий поворот, верно? Могу я задать вопрос? Сколько людей, которые приняли весть, и вышли оттуда, пришли к вам и сказали,
«Ну зачем вы вытащили меня оттуда? Не один». Они все сказали: «Благодарю вас, каждый из них». Если бы человек, который привел меня в веру, не сказал мне, кем был зверь, частью которого я был, потому что я был воспитан католиком, тогда как я мог бы выйти из него, верно? Итак, очень рано я начал с тех первых лекций «Вино Вавилона» и 13 главы «Откровения». И вот мне позвонил один из руководителей в Европе, по сути, из высшего эшелона руководства в Европе, из дивизиона. Была реклама о том, о чем я собирался говорить, и была напечатана брошюра о том, какими будут мои лекции. Некоторые были о науке, об эволюции, но были и другие лекции, посвященные этим вопросам, например, о вине Вавилона. Итак, мне звонит этот чиновник, и он говорит мне посреди ночи, поздно ночью. Он звонит мне и говорит, что я могу говорить только о науке, а те другие лекции я не могу читать. Но их уже разрекламировали, верно? Итак, брошюры были выпущены, плакаты развешаны, их разрекламировали. Я должен провести кампанию, верно? Но он говорит мне, что мне не разрешено это делать. А так я сказал ему, почему? Почему я не могу этого делать? Что с ними не так? Он сказал мне, вы собираетесь называть папу Антихристом? Мы не хотим, чтобы вы это делали. Я сказал, почему? Разве вы не верите в это? Он сказал, это устаревшее богословие. Я сказал, это очень странно, потому что в духе пророчества очень ясно сказано, что это проблема. Мы должны разоблачать человека греха. Дух пророчества совершенно ясно говорит об этом. Мы должны разоблачать нечестие человека греха, который сделал воскресный день отличительной чертой своего характера, верно? Я сказал ему, извините, но разве вы не верите духу пророчества? Он сказал мне, это устаревшее мышление 19 века. Я был просто ошеломлен. Я не ожидал этого, верно? Я же в этой церкви, я думаю, что все одинаково это воспринимают. Это было, когда вы были еще новичком. Совсем новичком. Это было очень рано. Это одно из моих первых выступлений в Европе. Я был просто ошеломлен, и я подумал, вау, это исходит из высшего эшелона? Я не говорю, что все на этом уровне были такого же мнения, как этот конкретный человек. Но тем не менее, это то, что он сказал мне. Я подумал об этом, пока он говорил, а потом сказал ему, «Извините, я не могу сделать то, что вы говорите». Он сказал, «Почему нет?» Я сказал, «Потому что вы не адвентист седьмого дня». «Вау!» Он просто взорвался на другом конце. Я сказала, нет, вы не адвентист, потому что когда я пришел в эту церковь, я принял пункты, которые были в свидетельстве о крещении. Я принял их как неотъемлемую часть учений этой деноминации. А вы говорите мне, что я должен идти вразрез с этим убеждением. Поэтому, по моему мнению, вы не адвентист седьмого дня. И я не буду вас слушать. Вот и все. Я читал свои лекции. Очевидно, это было в то время, когда я был молод и энергичен. Вы и теперь энергичны. Да, я все еще молод. Это должно было быть похоже на то, чтобы бросить вызов некоторым из этих людей. Таким образом, это создало атмосферу враждебности среди тех, кто придерживался того же мнения, что этот конкретный руководитель. Президент этого дивизиона, в то время он был чрезвычайно либеральным человеком, когда дело доходит до того, во что мы верим. И, например, в его время вещи
которые приходили в церковь. Это было духовное формирование, богословие Уиллу Крик, исполнение в стиле праздничного типа. Они брали целые церкви и превратили их в церкви праздничного типа. Они в основном избавлялись от всех тех старых консервативных людей, которые были основаны на Библии и Духе Пророчества, которые не хотели идти в этом направлении. На самом деле, этот конкретный человек был крайне враждебен тому, что я проповедовал. У меня был телефонный звонок, один или два от него, и даже устраивались встречи, которые так и не состоялись, хотя у меня была назначена встреча. Итак, я понял, даже если он президент дивизиона, если он не будет в гармонии с Библией и Духом Пророчества, я просто проигнорирую его, когда дело доходит до таких вещей. И ваша реакция не была высокомерной. Надеюсь, что нет. Я пытался быть уважительным. Но если они говорят полностью против того, что говорит Дух Пророчества, тогда я должен пропустить это через этот фильтр. И я также чувствую, что у меня было особое призвание нести конкретную весть в рамках Библии и Духа Пророчества. И почему я должен слушать кого-то, кто прямо идет вразрез с такой ситуацией? Если взять библейские истории, был ли Илия высокомерным, когда разговаривал с царем? Нет, он не был высокомерным, он был совершенно откровенен. Он сказал: «Это не я проблема Израиля, это ты проблема Израиля, потому что ты не придерживаешься того, что ты называешь, что ты знаешь, как правильно, верно?» Я был не единственным. Многие были чрезвычайно расстроены всеми либеральными вещами, которые происходили. А духовное образование происходит непосредственно от иезуитов. Это иезуитское учение. И есть две мои лекции об иезуитах и контрреформации, в которых я затронул этот вопрос. И это вызвало серьезные проблемы. Потому что некоторые из этих людей внесут это в наши колледжи. Тот самый человек из дивизиона, который нашел меня и сказал мне, что папа не антихрист, и что это устаревшее учение, он стал профессором в одном из наших ведущих колледжей в Германии. Итак, если это та либеральная теология, которая учит пасторов, тогда у вас проблема с этим. И так очевидно, что две идеологии будут в конфликте. И вот опять вопрос. Почему Бог позволяет этому быть? Почему? Чтобы этот вопрос всплыл, чтобы обсудить его, чтобы начать дискуссию, чтобы люди могли принять решение. Итак, когда они открывают эти церкви, пусть ваши волосы распускаются, они буквально так их называют. На одной церкви была надпись на немецком, по-английски. Можно сказать, что распусти волосы, делай, что хочешь, давай повеселимся. Люди возразили и сказали, это неправильно. Когда они начинают приносить барабаны и тому подобные вещи, Эллен Уайт говорит совершенно прямо. Одно из самых последних событий, которые произойдут, это то, что они принесут барабаны на богослужение. И вы найдете это по всему миру. У меня был потрясающий опыт. Но позволь мне рассказать, как работает Бог. Могу я просто спросить, прежде чем вы расскажете нам историю? Некоторые даже имели название для этих проектов. Один из таких проектов — «Формирующая церковь». Это было целое движение, оно все еще живо и здравствует. Некоторые из этих людей были очень известными, верно? Они были президентами дивизионов и даже на самом высоком уровне,
на уровне Генеральной конференции. Они привносили все эти вещи. Можем ли иметь кофейные церкви? Да, без проблем. Давайте сделаем это. Давайте изменим это. Давайте изменим эти старомодные торжественные богослужения. Давайте принесем вот это. Но многие были против этого. Но у тех была власть. И поэтому не это начало происходить в церкви. Но, Мартин, ты всегда должен помнить, что эта церковь официально, по крайней мере, имеет восходящую структуру. Если кто-то принимает решение там, это решение не является обязательным. Если кто-то принимает решение наверху, это решение не является обязательным. Это не решение, которое было принято посредством конференции связи, чтобы провести всемирную конференц-связь, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях. И эти решения принимаются всем телом. Да, всем телом. Итак, есть много тех, кто делает свое дело, они думают, что представляет церковь. Те люди, которые так думают, даже если они занимают высшее положение в церкви, не представляют то, что Библия и Дух пророчества говорят по этому поводу, и поэтому они также не представляют меня. Они могут пойти и сидеть, если захотят, и голосовать по таким вопросам, как творение, голосовать против этого, но они меня не представляют. И только после того, как вся церковь примет решение отклонить, скажем, шестидневное творение, мне нужно тогда принять решение, хочу ли все еще поддерживать эту церковь. Но поскольку эта личность, да если эта личность занимает определенную должность, принимает подобное решение, это его проблема, верно? Итак, относитесь к ним с уважением, относитесь к ним с добротой, если можете, но когда дело доходит до того, что правильно, а что неправильно, вы должны стоять, как Илия. И вы должны сказать, как сказал Мартин Лютер, «На семь стою, и не могу иначе. Ты делаешь свое дело, я делаю свое». Потому что эти двое явно не в гармонии. Да, важно помнить, что они становятся объектами евангелизации. Верно. Совершенно верно. Хорошо сказано, Мартин. Они становятся объектами евангелизации, как тот молодой человек, о котором я говорил в прошлый раз. Он придет к некоторому самоанализу по этому вопросу. А ты сам, когда ты пришел в эту церковь, ты столкнулся с проблемами духовного формирования, и ты говоришь, что здесь происходит, не так ли? Да, это тоже было на высшем уровне. Мы были частью евангелизационной организации в церкви, и у нас были некоторые обучающие материалы. А под учебным материалом были книги, написанные профессорами духовного формирования светских университетов. Это не входит в состав адвентистских университетов. И я сомневаюсь в этом. И по сей день. Но этот вопрос не был решен. Я также могу сказать, что разговаривала с президентом конференции на североамериканском континенте. И он поставил меня перед задачей, потому что я выступал против духовного формирования. Я сидел в его офисе. Он и его секретарь, они точно не были на той же волне, что и я, а на самом деле они были на другой волне. Они давали мне задание по этому вопросу. Одна из книг, которую я цитировала, была написана бывшим квакером Ричардом Фостером. Она была о духовном формировании и о том, как вы вносите это в церковь. Они возражали против этого, и он грубо сказал мне в лицо, «Ричард Фостер вдохновлен так же, как Эллен Уайт». Я посмотрел на него и сказал, «Да, ты абсолютно прав. Проблема только в том, что один вдохновлен сверху, а другой снизу». И это, конечно же, закончило обсуждение. Невозможно прийти к компромиссу по этому вопросу. Вовсе нет. И неправильно будет не вспомнить, как вы сказали ранее, духовные упражнения, которые являются частью духовного формирования, у истоков которого лежит Игнатий Лойола. И даже если у него хороший христианский вид, корни все еще растут оттуда.
Однажды я получил приглашение выступить в одном из наших колледжей, который вел духовное формирование на высшем уровне. И, конечно, они были очень расстроены тем, что меня действительно пригласили в это место. Они забронировали зал. Люди, которые пришли, я имею в виду, что их было сотни. Это было настолько очевидно, что даже в этом университете, в этом колледже, существовал абсолютный разрыв. Были те, кто были за это, и те, кто был против. И сотрудники, некоторые из них, были запуганы, даже попросили подписать определенные бумаги, что они принимают путь, которым не собираются идти. Они были очень возмущены. Когда вы принимаете эту истину, вы делаете это на основе тщательного изучения и убеждения. Разве не так? Ты пришел в эту церковь по собственному желанию, или, может быть, это хорошая идея стать адвентистом? Это последняя церковь. Я думаю, что легче пойти в церковь сатаны, чем принять решение пойти в эту деноминацию, верно? Мир принимает тебя много легче. Итак, как только вы приняли это решение, основали его на фактах и изучили проблему, тогда вы входите в контакт с людьми в церкви. Большинство из них, к сожалению, я должен сказать, это люди, которые никогда не были частью внешнего мира и никогда не принимали этого решения. Им просто посчастливилось родиться в церкви. Но, конечно же, в лагере есть враги, которые принесли какие-то идеи. Мы уже говорили об этом раньше, нам не нужно это повторять, но в основном, если вы пришли в ту деноминацию, то вы сделали это на основе тщательного изучения. И им не так просто исказить ваше мышление, потому что вы уже приняли решение. Вы должны были принять решение и оставить позади то, что вы раньше считали верным, и внесли много изменений. Когда ты обнаружил, вау, здесь есть духовные формирования, что ты сделал? Ты продолжил находиться там, или что ты сделал, или ты покинул эту организацию, что ты сделал? Первое, что я сделал, я подумал, ладно, может, где-то это закралось и неосознанно. Итак, я попытался это донести. Но потом я понял, что это никуда не денется. Мы были частью этой организации, и нами руководил Бог. Если бы Он решил, что мы должны оставаться там и оставаться маяком, и что-то еще, мы бы сделали это. Но Он изменил наше направление. Но это совсем другая история. Это другая история. В конце концов, он также был похож на то, что эта тенденция, как говорили раньше, да, мы ничего не можем сделать против истины, но только для истины. Итак, этот Бог, в конце концов, изменил наше направление, но Он хотел проверить нас. Посвящены ли мы полностью Ему, Библии и Духу пророчества? Итак, Он изменил наше направление, и вот как мы закончили программу «Удивительные открытия». Другими словами, конфликт, возникающий вокруг определенного вопроса, скажем, духовного формирования, вы изучаете вопрос, и вы показываете, что это иезуитское понятие. Если это иезуитское понятие, вы не можете, как вы говорите, приукрасить его и представить как истину. В нем есть уже врожденные токсины. И поэтому это создает разрыв, и будут приниматься решения прямо в этих рядах. И каждый должен решить сам. Я соглашусь с этим, или я отвергну это. И это часть просеивания. Итак, если вы сейчас придете и прочитаете лекцию против духовного формирования, они автоматически скажут, что вы разделяете и раскалываете церковь. Если вы прочитаете лекцию о растительной диете, они скажут, что вы разделяете церковь. Нет, эта доктрина создает просеивание. Человек не имеет значения. Он всего лишь вестник.
Никто не должен следовать за Мартином Смитом. Никто не должен следовать за Вальтером Файтом. Правда ли это или неправда, которая представлена вот где вы основываете свое решение? Еще одна проблема, которая возникла тогда из-за большого антагонизма в отношении моей позиции в отношении Вавилона и вавилонское учение о духовном формировании и методологии Уиллоу Крик, которая является очень эмоциональным способом представления Евангелия. В некотором смысле это также духовное формирование, потому что оно развивает и драматизирует все, что говорится в евангельской истории. А дух пророчества очень ясен, что любая форма драмы противоречит тому, что Бог хочет, чтобы мы делали. Потому что истина должна отсекать, а не эмоциональные вкусы, которые ее окружают. Верно? Это удивительно, Мартин, что как только ты настроишься на это и начнешь узнавать это, то откуда бы оно ни пришло, отложи это в сторону. Потому что оно опасно. Оно отвлечет ваш разум от простых истин Библии и поставит вас на эмоциональный поезд, который может проникнуть в ваш разум через любую концепцию, потому что вы войдете в альфа-ритм. Возможно, если есть зрители или слушатели, которым больше интересно узнать, что именно представляет собой духовное формирование, есть две лекции. Это иезуиты и контрреформация, и я снова помещу эти две ссылки. Другой вопрос, который возник тогда, был вопрос перевода в Библии. Теперь, Мартин, произошло то, что я предпочитаю подтвержденную, авторизованную версию книги Уилкинсона. Я взял Библию и проверил, так ли это. Я взял перевод Библии, новый международный перевод, и сравнил ее с Библией короля Иакова, и я сравнил ее с новой Библией короля Иакова и с немецкими версиями. Я сравнил старую Библию Лютера с Библией Мартина Лютера и Библию Эльберферда с Библией. Затем я прочитал всю литературу комитета, которая сказала, что составит Шляхте Библию, это немецкая Библия, которая в основном похожа на версию короля Иакова. И каковы причины, по которым они вернулись к тексту приема или полученному тексту? У меня было такое волнение, потому что я обнаружил эту проблему, верно? Без моего ведома, конечно, это закулисное событие должно было привести к новой Великой войне. Как часто случается, если вас предупреждают о том, что вам лучше держаться подальше от этой территории, но я в своем наивном энтузиазме я разработал две лекции по теме перевода Библии. Как это произошло, когда я читал эти лекции и где я читал эти лекции, показывает мне, что даже если что-то очень негативное выходит из этого, по Божьему провидению, из этого может получиться что-то позитивное, верно? Итак, я был приглашен группой людей от церкви приехать и провести евангелизационную кампанию в Европе. В Германии. Меня пригласили приехать и провести эту кампанию. И без моего ведома, этот маленький городок, где я проводил эту встречу, находился прямо рядом с тем университетом, где этот сотрудник дивизиона стал профессором, который не верил в Библию и дух пророчества. И где президент дивизиона нашел меня и раскритиковал меня за все, что я делал. В то время как он вносил духовное формирование и все это в церковь. Итак, мы не сидели за одним столом. Как я туда попал? Хочу сказать, что это был маленький городок где-то в восточном квартале Германии, верно? Сразу после того, как опустился железный занавес, мне нужно было лететь в Берлин. Меня подобрал один джентльмен,
Это удивительная история. Потому что этот человек был новообращенным в адвентизм седьмого дня. Мы сидели в машине несколько часов, путешествуя из аэропорта в то место. Ну и, конечно, мы говорили. Я совсем не знал этого человека. Мы говорили о том, как он пришел к пониманию этих истин. И он рассказал мне удивительную историю. Он служил в восточно-германских вооруженных силах. И одной из его задач было следить за тем, чтобы никто не сбежал через эту стену, когда стена все еще стояла. Он был ярым коммунистом и атеистом. Это была его работа. Он заботился о том, чтобы никто никогда не выбрался из Германии, верно? Он был в огне за коммунистическую идеологию. Но в ходе своей карьеры у него были случаи, когда он уезжал на Запад. Он был одним из немногих, кто мог покинуть страну и отправиться на Запад, чтобы вербовать. Верно? За коммунистическое дело. Он также занимался оккультными вопросами в вооруженных силах, такими вещами, как НЛО. Это очень интересный род деятельности с точки зрения военных. И он также иногда контактировал с конкретным человеком, который был очень интересным человеком. И этот человек, должно быть, был адвентистом. И когда он обсуждал некоторые из этих вещей с этим человеком, тот человек сказал ему, что нет, это оккультизм, ты не должен этим заниматься. Но он не знал, что это значит. Он где-то понимал в своей голове, что этот человек был адвентистом и был интересен, но он не был с ним на одной волне. А затем, когда стена рухнула, рухнула вся его идеология, верно? И со дня на день, и дальше он больше не работал на восточных немцев. Он был теперь на службе у западных немцев, потому что правительство Западной Германии взяло на себя вооруженные силы, верно? И когда он получил свою первую зарплату, из нее был вычет, которого никогда раньше не было. Это был вычет для церковного налога. Он посмотрел на это, и это его совсем испугало, потому что в Германии вычитывают церковный налог. Этот налог поступает в основные церкви в зависимости от того, какая из них там находится. Этот налог подобен десятине. Это как десятина, если можно так сказать, верно? Итак, что это? Если вы не хотите платить, вам нужно было объяснить, почему вы не хотите платить. Он пошел к новым военачальникам и сказал, «Извините, что это?» И они сказали, «Это церковный налог». Он говорит, «Но я не хочу, чтобы вычитывали этот церковный налог». Тогда они сказали, «Тогда ты не должен быть частью церкви». Он спросил, «Что это значит?» Они сказали ему, «Ты должен уйти из своей церкви, тогда ты не будешь платить налоги». Он говорит, «Но я даже не знаю, какой церкви я принадлежу». Эти немецкие руководители рассмеялись от его слов. Затем он сказал им, «Какая самая большая церковь здесь, в этой области?» Они сказали ему, «Лютеранская церковь». Он сказал, «Хорошо, итак, я официально уйду из лютеранской церкви». Поэтому он написал письмо об уходе из лютеранской церкви, чтобы ему больше не приходилось платить этот налог. В те выходные он поехал домой и рассказал своим родителям о том, что случилось. Его пожилые родители, они сказали ему, «Ты ушел не из той церкви. Ты родился католиком». Он вернулся к руководителям и сказал, «Извините меня, я ушел не из той церкви. Вот мое новое письмо, я хожу из католической церкви». Они снова рассмеялись. Итак, его идеология была разбита. Теперь он думал, что мне делать? И он вспомнил это название «Адвентист седьмого дня». Я рассказываю его историю. Это много лет назад, я даже не знаю, правильно ли я вспомнил, если я ошибаюсь здесь или там. Но суть дела в том, я нашел это увлекательным. Он посмотрел телефонный справочник, есть ли там какие-нибудь адвентистские учреждения,
Он даже не знал, что это церковь. Итак, он приезжает в определенное место и находит там одну. Они позволили ему войти. И он говорит, что он хочет присоединиться к этому клубу. Он всегда называл клуб. Чем вы занимаетесь, ребята? Мы собираемся вместе в субботу. Хорошо. А во сколько часов? Итак, он сделал это пару раз. Затем он сказал им, извините, но что это? Что это за клуб? Когда вы приходите сюда, вы сидите здесь каждую субботу и говорите обо всем этом. Но чем вы конкретно занимаетесь? Клуб должен что-то делать. Ты либо играешь в мяч, либо занимаешься спортом, а вы просто приходите сюда и сидите. Это бессмысленно. Чем вы занимаетесь, ребята? В любом случае, как мне стать членом клуба? Они сказали, нет, вы должны сначала изучить Библию и креститься. Он сказал, он подумал, что это какой-то ритуал. Он сказал, да, без проблем, давайте сделаем это. Нет, это не так просто. Надо сделать одно, другое, третье. Ну, конечно, в Восточной Германии вера была подорвана в течение 80 лет. Итак, то, что осталось от первоначальной веры, она была просто расплывчатой, мягко говоря. А затем, в конце концов, пастор той церкви сказал ему, если вы действительно хотите что-то делать, правительство вернуло все конфискованные материалы, потому что во время русской оккупации они конфисковали все церкви, весь церковный инвентарь. Но, как правило, немцы, они насмехались над ними. Они наклеивали на них наклейки, ярлыки, аккуратно хранили где-то на складах. И потом все эти вещи были возвращены в церкви. И так здесь у них были коробки, полные всякой всячины. У них была также мусоросжигательная печь, и они делали уборку, поэтому они сказали, если у вас есть время после работы в среду, приходите и помогите нам убирать. Он так и сделал. Они сжигали старые бумаги, которым, как вы знаете, уже 80 лет. Но он нашел коробки, он пошел к пастору, и он сказал, я нашел эти коробки со всеми этими книгами в них, что мне с ними делать? Он посмотрел на них и сказал, нет, эти книги устарели, вы можете бросить их в печь. Он сказал, что это за книги? Это адвентистские книги? Он сказал, да, это адвентистские книги. Но почему вы хотите сжечь их? Потому что они устарели. Они больше не имеют значения. Он подумал, ну это же адвентистские книги. Он взял их домой. Это были книги духопророчества. И он сказал, когда я начал читать «Большую борьбу» и все эти книги, он понял, что эти люди, которые были в церкви, больше не верили духу пророчества. Они не были адвентистами. И он пришел к выводу, что теперь он заново открыл адвентизм, и что единственный адвентист в этой местности — это он. А больше никто не верил в это. Восточная Германия была в большом смятении. Итак, в конце концов, он пошел из города в город, из города в город, и он пытался найти людей, которые все еще верили этим писаниям. Это потрясающая история, верно? И в конце концов, он нашел группу из примерно 25 человек в этом регионе, которые все еще верили в это. Они решили, давайте вместе создадим церковь, где все еще верят в дух пророчества. И это была церковь, которая меня пригласила. Разве это не потрясающе? Они верили духу пророчества и подумали, хорошо, давайте будем делать евангелизацию. Вот почему они сказали, давайте пригласим кого-нибудь, кто верит в то же, что и мы верим. Итак, они пригласили меня. Я не имел к этому никакого отношения. Я не знал, кто они такие, и я не знал, где они. Я не знал, что это было рядом с этим университетом. Итак, когда это транслировалось, я приходил и читал там лекции. Ректор этого университета, который, кстати, по-видимому, согласно некоторым источникам, сказал о духе пророчества, вам не может диктовать женщина с трехлетним образованием, на что я тогда пошутил. Если Бог говорит с вами через осла, лучше слушайте, не говоря уже о женщине с трехлетним образованием. Но в любом случае он написал всем студентам письмо, запрещая им приходить на мои лекции.
Это имело неприятные последствия в большой степени. Он написал это письмо всем студентам и сказал, что им не разрешается посещать мои лекции. Ну, конечно, это у студентов не пройдет. Независимо от того, в какой стране, и независимо от того, где вы, со студентами это не пройдет. Лучшая реклама, которую они могли бы разослать, они все были там. Когда я добрался до этого первого вечера, они устроили такое шоу. В этом городке у них был мэр. Мэр был одет в специальную одежду, была цепь вокруг его шеи. У них была группа Умпа. Я не могу поверить в это. Группа Умпа собиралась, но это была настоящая старонемецкая вещь. Умпа. Это было очень, очень интересно и очень красиво. Зал был полон. И все эти студенты тоже сидели там. Я начал свои лекции. Я вышел на сцену. И когда я вышел на сцену, вперед вышел мужчина, там, где я стоял. Я уже собирался начать после представления, после группы Умпа и речи мэра. Он подошел ко мне, он положил свой палец мне на нос, и он сказал мне: «Ты собираешься проповедовать весь трех ангелов?» Я подумал: «Он странный. Может, он не совсем в своем уме или что-то в этом роде?» Но я был очень ошеломлен и сказал: «Если он знает о весе трех ангелов, он должен быть адвентистом, верно?» И так я сказал: «Да, я собираюсь проповедовать весь трех ангелов». Он обернулся и крикнул всему залу: «Этот человек от дьявола! Он собирается проповедовать весь трех ангелов! Убирайтесь! Все убирайтесь отсюда! Этот человек от дьявола!» О, я начал молиться, сказал: «Господи, помоги! Что сейчас здесь происходит?» Мэр смотрел на все это, группа Умпа смотрела на все это. Это было странное происшествие. Я молился: «Господи!» Этот человек прошел по проходам, и он кричал на людей: «Уходите, уходите! Это от дьявола! Это весь трех ангелов, она от дьявола!» Я молился, и в конце концов он вышел в дверь. Он продолжал кричать по улице, и куда бы он ни шел, я не знаю, куда он пошел, я был внутри помещения, и так я подумал: «Хорошо, теперь я должен всех снова успокоить». Я сам вспотел. Я сказал: «Прошу вас, все, успокойтесь. Это было очень странное происшествие. Прошу прощения за это, что это случилось. Я не знаю, как это произошло, но это не часть сценария. Но это интересное видение. Но давайте продолжим». Итак, я снова всех поприветствовал. И только я начал говорить, женщина, находясь где-то слева на одном из стульев, внезапно... бум! Падает со стула. Опять большой ужас. Все бегают вокруг. Если доктор в помещении, идет доктор, они работают над этой женщиной. Я говорю: «Господи, здесь так много активности, так много противодействия». Я тихо помолился за женщину, и они увели ее в боковую комнату. Ей стало лучше, она вернулась. И, насколько я знаю, она сидела и слушала. Я не знаю, что у нее там было. Но вот как началась эта встреча. Итак, сразу что-то идет вниз. И поэтому вы молитесь, и вы знаете, что находитесь на очень опасной территории. Я прочитал свою обычную серию лекций, как я обычно делаю, начиная с эволюции и творения, переходя к другим темам, библейским темам, а затем у меня была тема «Вино Вавилона». А затем две лекции о переводах Библии. Это было похоже на бомбу, которая взорвалась. Это был полный ужас. Ты даже не можешь поверить. Помнишь, все эти студенты, они учатся в духовной семинарии. Их обычно обучают на пасторов. И вот они приходят ко мне и говорят: «Нет,
Все, что вы говорите, полностью неверно, потому что посмотрите наши учебники. Они показали мне свои учебники, и там написано, что полученный текст – самый плохой текст, на котором основывается ваш перевод Библии. Другими словами, вы должны принять те рукописи, которые были найдены в корзинах для макулатуры, верно, и которые использовал Ватикан. Эллен Уайт в «Духе пророчества» абсолютно ясно сказала, что Рим изменил Библию, и что именно у вальденцев были настоящие рукописи. И рукописи, которые были у Эразма, были теми, которые исправляли ошибки предыдущих, которые были доступны, такие как Вульгата. И это было с точностью да наоборот. То, что я говорил, было полной противоположностью тому, чему учили в этом университете. Был ужасный переполох. После лекции я сел с этими студентами. Мы взяли Библию. Я сказал, давайте читать. И я написал в конце моей Библии все изменения. Они были просто поражены. Ну, конечно же, ярость этого университетского руководства была не поддающейся объяснению. И в результате этой ярости они решили. Все руководство Германии решило, что это было причиной запретить мне выступать. Итак, мне запретили говорить в Германии, в целой стране. Да, в стране. Это был первый раз, когда они меня запретили. Никогда не говорить снова в Германии, в адвентистской среде. Но что это создало? Это вызвало дебаты, верно? Дебаты по этому поводу начались не только в Германии, но и во всем мире. И сегодня, если вы читаете «Дух пророчества», и особенно те рукописи, которые были выпущены недавно, мы говорили уже об этом ранее, вы можете перейти по ссылке, где совершенно ясно сказано, «Дух пророчества говорит, что истинные рукописи были в руках вальденцев и Эразма». Это рукописи, в которых исправлены ошибки предыдущих рукописей. Но многие богословы в мире, не только в этом университете, но и во многих наших институтах, преподавали прямо противоположные. Это вызывает споры, Мартин. С тех пор было написано много книг, не только Уилкинсоном. Я имею в виду, что в мире много книг. У меня их целая полка. Я их все прочитал. И мне это совершенно непонятно. Особенно, если вы читаете исследования комитета «Шляхта Библии». И исследования, которые они провели перед тем, как опубликовать эту Библию. И в результате многие люди вернулись к полученному тексту. И это вызвало большой ужас. У меня есть две книги, написанные впоследствии Уилкинсоном. Это две книги, которые вышли из-под пера адвентистов. Это написано Мартином Кляйном. Она называется «Имя твое превыше всякого имени». Это очень интересная книга о библейских переводах. И недавно вышедшая книга автор Мирослав Дункер. Мы должны узнать, что это за веб-страница, чтобы мы могли направлять людей, чтобы они могли найти эту ссылку. Эта книга называется «Слово Божье против современных версий Библии. История оригинала и его подделок». Итак, эта дискуссия началась в церкви. Меня, конечно, также вызвали высшие эшелоны церкви, чтобы проинформировать, что это не очень разумный поступок, что исторически вернуло меня к некоторым событиям прошлого и как это все было решено. И я не припомню, чтобы когда-либо читал фундаментальное вероисповедание, что я не могу верить полученному тексту, который используется всеми реформаторами и духом пророчества.
Почему я не могу верить, это верно? Итак, в этом вопросе нет фундаментального убеждения, поэтому не должно быть причин говорить мне, что я не могу принять то или иное. И никто не имеет права решать за меня или кого-либо еще, во что вы должны верить в этом вопросе. Если у вас есть что сказать, представьте свои факты. Тогда вы можете обсудить это. Верно, тогда вы можете обсудить это. И это именно то, что произошло. Вы ничего не можете сделать против истины. Потребовалось немного конфронтации, чтобы вызвать дебаты. Но дебаты разошлись по всему миру. И сегодня есть люди по обе стороны вопроса. И это нормально. Каждый должен решить для себя свою позицию по этому вопросу. Мы не собираемся воевать с этим. Но что касается меня и моего дома, я приму одно решение, а кто-то другой может принять альтернативное решение. Итак, я никогда не отказывался от того, что сказал, хотя меня просили отказаться. На самом деле, руководство в Европе позвонило мне и сказало, о чем мне нельзя говорить. Итак, мне не разрешили говорить о растительной диете. Я сказал, мне ужасно жаль, дух пророчества говорит мне обратное. Затем мне сказали, что мой взгляд на папство устарел. Я хочу сказать, что в журналах были статьи, написанные президентами конференции и президентами унионов, в которых прямо говорилось, что это устаревшее мышление XIX века и что это нельзя терпеть в церкви. Но это мнение президента, а его мнение противоречит духу пророчества. И поэтому я могу игнорировать его. И это также противоречит официальной позиции церкви. Правильно. Мне всегда странно, что когда эти руководители пишут эти вещи и говорят такие вещи, то их не запрещают. Нет, им не запрещают выступать и говорить. Они продолжают занимать свои руководящие должности. Но они не адвентисты седьмого дня. Они не из наших, хотя они были с нами. Вот как вы должны это видеть. Но интересно, Мартин, что президент мог сказать это, но другой скажет прямо противоположное. Но это не следует, что все руководство — это отступники. Это просто относится к определенным людям. То же самое, когда дело доходит до всех этих вопросов. Они сказали мне, я не могу говорить против профсоюзов. Это был президент Униона, который сказал мне это, что нельзя говорить о профсоюзах. Я сказал ему, но дух пророчества говорит, что профсоюзы станут одним из средств, чтобы вызвать время скорби, которой никогда не было, и что мы не должны иметь с ними ничего общего, ведь наши души в опасности, если мы сотрудничаем с этими организациями. И вам не разрешено предупреждать людей об этом? Он сказал, только не в Германии. Я сказал ему и его группе, что было там. Я сказал, это очень странно. Хорошо, я заключу с вами сделку. Я не буду говорить это в Германии при одном условии. Если вы скажете, что кровь этих людей на вашей голове, если люди не услышат этого и фактически погибнут из-за этого, это на вашей голове. Ты знаешь, что они сделали? Они пошли и забились там в углу и коротко обсудили это, затем вернулись и сказали, хорошо, говори. Это похоже на Израиль, когда они распяли Иисуса, Его кровь на нас и на детях наших. Да, Его кровь на нас. Я был полностью ошеломлен. У меня было много таких нервных переживаний. И что интересно, споры, даже когда меня запретили, они не утихли, верно? Они бушевали в церкви. Потому что это вызвало дискуссию. И в этом суть дела. Вы ничего не можете сделать против истины. Вы можете сделать только что-то для истины. И это всегда так. И поэтому, в конце концов, через несколько лет, или сколько бы там ни было, они из-за давления, наверное, снова разрешили мне говорить. Итак, мне снова разрешили говорить.
пока не случился следующий захватывающий эпизод. Всегда были те, кто искал причину, почему я не должен говорить. Тайные общества – одна из их любимых ненавистей. Итак, проблемы всегда одни и те же. Это возраст Земли 6000 лет. И утверждение в духе пророчества относительно времени. Это также вопрос позиции папства. Изменилось ли папство? На самом деле, когда этот надзорный орган церкви, который должен заниматься доктринальными вопросами, столкнулся со мной по поводу перевода в Библии, я отправил им переписку. Это невероятно. Я отправил им информацию, которая у меня есть. Они отмечают мне и говорят, что сфера, с которой мы имеем дело, это не одна и та же самая сфера. Это проблематично. Но Дух Пророчества ясно говорит, что Рим не изменился. Рим не изменился. И всякий, кто сокращает расстояние между собой и Римом, является отступнической церковью. Тогда они отвечают мне и говорят, Римская католическая церковь не заинтересована в изменении христологии. Я ответил им и сказал, извините, не заинтересована в изменении христологии? Но они ставят посредников, таких как Мария и святые, вместо Иисуса Христа. Они говорят, что искупление было не ради нас. Это было просто актом послушания, но оно не искупило наши грехи. Они против доктрины оправдания, и у них нет никакого желания изменять христологию. В конце концов, дошло до того, что я сказал, «Вы знаете что? У нас нет ничего абсолютно общего с точки зрения такого мышления. Поэтому большое спасибо за ваше мнение, но нет, спасибо, я сохраню свое мнение». Итак, вот как это случилось. Но с тех пор, но в том же теле есть церкви, есть люди, которые полностью верны Библии и Духу Пророчества. И это зависит от того, с кем вы имеете дело. История показала нам, что внутри церкви есть обе стороны. Именно. В то время, как все это происходило, они, конечно, на одном из этапов решили написать книгу «Великая борьба» и раздать ее. Теперь, зная чувства многих из этих людей, с которыми я встречался, для меня было очевидно, что это будет война, верно? И один из руководителей в Европе, в Германии, который был частью этого экуменического собрания или экуменического совета, в котором они находились, написал статью и посетовал на тот факт, что мы должны в наши дни раздавать устаревшие книги, такие как «Великая борьба». А произошло то, что на одном из этих собраний римско-католический делегат пришел к нему и сказал ему, «Ты адвентист седьмого дня, но твои люди раздают «Великую борьбу», а ты сидишь здесь, в этом совете». И ты все еще веришь, что моя церковь, Римская католическая церковь, Вавилон? Поэтому он посетовал в своей статье на то, что у нас должно быть очень устаревшая и негативная документация, которую мы все еще готовы раздавать. Потому что все это оставляет его в плохом свете. Именно. Он сказал, что он был очень ошеломлен, что он не знал, что ответить этому римско-католическому прилату. Итак, ему было ужасно плохо, что мы как деноминация должны верить в такие вещи. А я все еще подумал про себя. Какая возможность? Потому что много лет назад меня также попросили представлять нашу церковь здесь, в Южной Африке, на собрании, которое было созвано не из-за того, что мы были членами или что-то в этом роде, но это было своего рода экуменическое собрание, чтобы рассказать о ситуации в Южной Африке и о том, что могли сделать церкви. И я должен был представлять церковь.
Они хотели проголосовать за определенные действия, которые необходимо было предпринять. И каждая рука поднялась, чтобы проголосовать по конкретному вопросу, кроме моей. Они были очень расстроены. Глаза всех немедленно, я имею в виду, вы действительно себя чувствуете очень странно, так как вы сидите там, и глаза всех внезапно направлены на тебя. Они посмотрели на меня и сказали: «А вы, почему вы не голосуете?» Я сказал им: «Я не голосую, потому что у меня нет права голоса. Я здесь, чтобы представлять церковь, но я не могу принимать решения за церковь. Я не наделен этой властью. Церковь должна принять это решение». Итак, я должен был передать это им и узнать, что они думают по этому вопросу, а потом мы можем принять это решение. Они говорили о проблемах, о том, как церковь должна диктовать государству, что должно произойти. Затем я сказал: «Кстати, если я могу сказать то, о чем вы говорите, диктовать государству, что делать? Вы все протестанты и исповедуете разные религии. Я знаю, что все вы стоите на вопросе воскресного отдыха. Я адвентист седьмого дня. Если я голосую вместе с вами сейчас, то дойдет до того, что вы захотите ввести закон о воскресном дне. Тогда мы окажемся по разным сторонам стола. Что тогда нам делать?» Это вызвало там дискуссию среди всех этих людей. Это была возможность. Верно? Вы ничего не можете сделать против истины, вы можете сделать что-то только для истины. Это было очень неудобно. Я сильно вспотел. Но это была возможность. И ты знаешь, что они сказали? Они сказали: «Если вы станете членом нашей организации, мы сможем защитить вас. А если нет, извините». Я подумал: «Хорошо, спасибо большое». Это именно то, что я ожидал. Поэтому я подумал об этом человеке, который написал эту статью. Я подумал, какая у него была возможность. Он мог бы сказать этому человеку: «Мой дорогой друг, я ничего не имею против тебя лично. И ничего не имею против Рима-католиков. Многие, многие верные люди, которые хотят делать то, что есть правильно. Но вот мой вопрос. Вы все еще учите, что есть посредники, кроме Иисуса Христа. Можете ли вы подойти к Марии в посреднической позиции или к любому из святых? Если ваш ответ «да», тогда мы можем перейти к следующему пункту. Вы все еще учите, что месса — это буквальная жертва, такая как жертва, которая произошла на кресте. Вы все еще учите этому в свете библейской истины, что одной жертвой Он навсегда сделал совершенными? Вы учите, что Иисус Христос умер не за нас, а умер как пример послушания? И что вам еще нужно достичь своими добрыми делами? Вы все еще в это верите? И вы проходите через доктрины, а затем вы говорите, как следствие, что вы не в согласии с Библией, а Библия называет это духовное прелюбодеяние. Итак, с точки зрения вашей доктрины, я боюсь, что мы не на одной волне. Но как человек, это совершенно другое. Это было бы свидетельством. У него была возможность. Но нет, он сожалеет, что мы раздаем великую борьбу. Итак, наконец они свели великую борьбу к размеру почтовой марки и раздавали ее, убрав все упоминания о папстве как о звере или любой из этих вопросов. Утверждение, что вы действительно должны выйти из Вавилона, но не сумев определить, кто такой Вавилон, это совершенно бесполезный документ. Это результат такого мышления.
Итак, если у тебя есть истина, Мартин, ты должен ее отстоять. И если ты стоишь за истину, Бог откроет двери. И если Он хочет, чтобы это стало предметом обсуждения, даже в обстоятельствах, которые некомфортны для обеих сторон, это произойдет. И с точки зрения конфликтности и болезненности до крайности, если дебаты открывают, и люди принимают решения, значит, Бог достиг своей цели. Права ли одна сторона, или права другая, является предметом спора внутри церкви, как тело. И в этом вся суть просеивания. Эта цитата взята из Духа пророчества, том 4, страница 423. «В каждом поколении Бог посылал своих слуг, чтобы обличать грех как в мире, так и в церкви. Но люди хотят, чтобы с ними говорили приятные вещи, а чистая, неприукрашенная истина неприемлема. Многие реформаторы, приступив к своей работе, полны решимости проявлять большую осмотрительность в нападении на грехи церкви и нации. Они надеялись примером чистой христианской жизни вернуть людей к учениям Библии. Но Дух Бога сошел на них, как Он сошел на Илию, и они не могли удержаться от проповеди простых высказываний библейских истин, которые Он не хотел представлять. Они были вынуждены ревностно провозглашать истину и опасность, угрожающую душам. Слова, которые Господь дал им, они произнесли, не опасаясь последствий, и люди были вынуждены услышать предупреждение». Мартин, так Бог поступал на протяжении веков. Если кто-то встает и что-то проповедует, тогда Бог открывает путь для обсуждения. Если что-то явно не так, это выяснится, что не так. Если это не является явно неправильным, но содержит истину, тогда эта истина не упадет на землю. Это семя не вернется пустым. Итак, люди в этой церкви должны решить, что правильно, а что нет. Я не могу слушать кого-то, потому что так сказал тот или тот. Является ли этот человек руководителем в церкви, или этот человек является дилетантом в церкви, независимо от этого. Я должен судить об этом по Библии и духу пророчества. То же самое относится ко всему, что я или любой другой евангелист могут говорить. Мы не Талмуд этой церкви. Мы не вера для этой церкви. Мы просто люди, говорящие о том, что мы обнаружили в Библии и в духе пророчества. И если в этом есть целительная вода, и если это находится в гармонии с Библией и духом пророчества, тогда купите это. А если это не так, отвергните это. Это то, что мы делаем, верно? Это не моя работа, чтобы запрещать этим руководителям и сказать им, что им запрещено говорить. Мое личное мнение таково, что если они говорят такие вещи, то они не в гармонии с духом адвентизма. Но это не делает мою церковь Вавилоном. Не бойкотируйте церковь из-за лидеров или отступничества. Мы хотим, чтобы церковь вернулась к тому, чем она должна быть. Я хочу вернуть свою церковь. Сиди Брукс проповедовал это. Я хочу вернуть свою церковь. Я не хочу этого современного, я не хочу духовного формирования, потому что оно разрушает ваш разум. Оно уводит ваш разум от истины и ставит вас на путь литургии. Вы прыгаете вверх и вниз. Физические упражнения приносят мало пользы. Я хочу, чтобы моя церковь вернулась назад. Я хочу, чтобы моя церковь верила в Библию и в дух пророчества. Я был в одном месте, я расскажу это в другой истории.
Я был в таком месте, куда я не хотел идти, но я все равно там оказался. Вы определенно должны рассказать эту историю. Я расскажу это в следующий раз. Была одна женщина. У нее каждый вечер была музыкальная тема. Тема песни звучит так, как сказал Бог. И я верю в это. И так оно и есть. Это решает. И это как бы застряло в моей голове. И это стало аксиомой. Мой любимый стих во всей Библии. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Давай в завершении помолимся. Отец Небесный, иногда эта дорога очень каменистая и очень болезненная. Но, Господь, это дорога, ведущая в вечность. Помоги нам не отвергнуть истину, потому что это больно. Помоги нам не отвергать истину, потому что дорога качается. Помоги нам принять истину, которую ты делаешь известной на каменистой дороге. Благослови нас, пока мы продолжаем наше обсуждение. Благослови свою церковь. Благослови привести многих, 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 чтобы вести их и других по пути жизни. Во имя Иисуса я молю. Аминь. Аминь.